Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, мы продолжаем проходить захват галактики за республику в Battlefront 2. В прошлой части мы захватили Набу и Дагоба, а также мы отбились от дроидов на Камино. Ну а сейчас у нас... Они решили пойти куда-то не туда. Ну ладно. Черт, он нападает на Корусант. Я, пожалуй, сделаю тогда вот так вот и построю здесь. Селект. Да мы нападаем на Мустафар или на Утапау? Вот так вот сделаем. Нападаем тогда на Утапау. Не знаю, гарнизон, да, нам нужен. Потому что на Утапау, по идее, должно быть нормально так. Дроидов, и они могут выиграть легко. Но вообще нет, не должны. Но посмотрим. Я бы на самом деле посмотрел бы на батл Оби-Вана и Гривуса тут. Если они заспаунятся вдруг. Но пока никого. Блин. Черт. Мы отлетаем что-то. Да ну охренеть. Меня изнасиловали сейчас. О-о-о! Там есть наш паря. Оби-Ван. Где-то тут бегал. Вон он. О, смотрите-ка, какие у нас братаны нас убивают, но там же Оби-Ван с Гривусом сражаются же. Или нет, не сражаются, потому что я хрен знает где. Пойдем отсюда. Он меня преследует, конечно, но если он забьет хер на меня. Я его убил. Ничего страшного. Прям в него. Еще хочешь? Ну, хочет как бы, но... Он не уверен еще. Ух ты. Вот это, конечно, приветы. Здорово. Пойдем-ка мы с тобой сюда. Мы проигрываем, кстати. Отлично. Что ты сделаешь мне, а? Я в танке. Я пойду. Блин, меня развалили. Ребят, вы не хотите что-нибудь сделать с ними? Чего вы стоите просто так? Там тоже челики стоят. Я пока продвинусь. Нет, я лучше знаю вас, что мне нужно сделать.
Суицидник. Не, ну я сдох, да. Там ко мне в упор подошел дядя, вот этот вот. Да, поэтому без шансов. Оби-Ван, ты ничего не хочешь там? Да что ты будешь делать? Вообще хороший спот. Надо попробовать. Блин, мы еще не выиграли. 19. Блин. Быстрее надо. Да не сюда, блин. Ладно. Неважно. О, там челики. Нормально так его. Охренеть. Этот величайший батл пропустил. Есть! Попал! Трехочковый. Так, чуть-чуть осталось. Да. Вон один остался. Но как бы его оттуда вытащить? Конечно, хрен сделаешь. Стой. Что ты делаешь? О, все, отстань. Хорош. Умница. Просто хорош. Зашибись. Вот я понимаю, джедаи. Не то, что ваши всякие йоды там, которые на полисмассе только и могут, что проигрывать Дарт Молом всяким там. Так, это у нас какая уже? Это у нас 6-я серия за Республику. Нормально, в 2 раза больше, чем за Конфедерацию получилось. Прям потрясающе. У нас битва за Курусант. Прям 3-й эпизод. Ну, в прямом смысле 3-й эпизод. Угу. А, да, мы пропускаем. Еще нам. Блин, не знаю, мы можем проиграть на самом деле. Я это говорю каждую битву, но почти каждую битву я выигрываю. Там, где я говорю, что мы точно выиграем, а я в итоге проигрываю. Но дерьмо случается, слушайте. Мой парень решил убиться. Вместо того, чтобы сделать то, что я ему сказал. Ладно, пойдем тогда. Минус один у нас. Ну, там хватит. Блин. Зачем он подставился прям под мой прицел? Еще один. Так, это слишком близко. Надо его добивать, потому что бомбардировщики наши ничего не сделают. Но... Хорошо. Топ. Отлично. Я царь горы, падлы. Не, в смысле, ты не можешь так делать. Не имеешь права.
Да хорош! Убейся! Ну ладно, ты убейся тогда. Не успел. Бывает. Я пойду тогда. Блин. А можно у меня Precision Pistol? Пожалуйста. Видимо, можно. Нет, только не сейчас. Я уйду. Все, пока. Я пойду. Фух, нормально. Но, кстати, я чуть не забыл про вас. Блин, плохо. Или нормально? Нормально. Все? Серьезно? Охренеть, это быстрейшая, наверное, космическая битва, которая у нас была. Жесть. Просто вот жесть. Натурально. 10-1 всего лишь. Как так? Ну, ладно. Ну чё, сейф? Очевидно. Так, и чё, куда мы? Я думаю, мы нападём... Мы пойдём сюда, да? Да, он нападает на нас. Ну, естественно. Куда же он ещё нападёт? Это же космос, какой бонус, ты о чем? Надеюсь, в этот раз мы на поле с массой выиграем. Сейчас учу, я постоянно нападаю на него, а он проигрывается. Ну не постоянно, на него один раз всего лишь напал. Да блин, чертовы. Хватит. Он решил опять убиться. Чувствую себя здесь как в невесомости какой-то. Потому что этот корабль тоже двигается вперед. Ну, в ту же сторону, что и я, не вперед. Но вы поняли. Вообще произошло сейчас. А минус я, видимо, потому что у меня вообще за хп нет. Да, видимо, нет пока.
Отлично. Вылетаем отсюда. Ну, у них еще вот здесь вот есть, точно. Блин. Он не хочет, чтобы я его трогал. Так тому и быть. Так, отлично, мы получили Precision Pistol. Ну и все, видимо, мы справились прекрасно с нашей миссией. Блин, этот бластер очень мощный. Зачем его дают? Ну и все. Изи. Такие вот дела. Ну и мы тогда сейчас нападаем на полис массу. Получается. Там еще какие-то битвы, наверное, будут, потому что конфедерация должна как-то сопротивляться к концу этой кампании. Ну да. Я думаю, тут будет у нас... не знаю, давайте... Давайте лидер. Не знаю просто. Ну, а, у них там Дарт Мол, но мы проиграли. Блин, зачем я взял? Нет, только не это. А, попытаемся нормально быть. Поехали. Yoda, I am. Fight, I will. Так, хорошо, пока справляемся. О, все. Теперь не справляемся. Отойди, пожалуйста, ладно? Ну, это пипец. Я его вроде пытаюсь как-то зачилить, но он вообще никак не поддается просто. Бешеный. Он бешеный. А вы посмотрите, какой нормальный парень будет себя татуировать вот так вот. Блин. Он злой. Он просто злой. Я вот ничего не мог сделать. Где он, кстати? Он все еще тут. Да ну иди ты нахер, убей его, пожалуйста. Что с тобой не так? Что он ждет? Они захватили пост, и они нас просто убивают. Все. Это конец. Да отвали! Дарт Мол нас порешал. Все, ребят. Официально. Все, нахер иди. Как насчет Йоды теперь? Йода, естественно, у нас сдохнет.
Не думаю, что мы сможем что-то сделать здесь. Да блин. Очень жестко. Блин, я так и думал, я вот так и думал просто вот. Да иди нахер. Не, он вообще не хочет. Он не хочет отлетать. Не, я не хочу играть как Йода. Почему я, блин, взял? Значит, давайте, да, наверное, потому что уже как-то и... А пока вроде он справляется. Нахер меня, я не буду. Двигайте. Блин, пипец, вы помираете. Серьезно? Вы зачем так делаете-то? Я не знаю, что мы будем делать сейчас. Я не знаю, что мы будем делать, просто серьезно. Все, теперь сидим, ждем, пердим просто, как обычно. Я своих еще убиваю, просто замечательно. Это то, на чем я работал просто, вот, мое. Давай сюда иди. Молодец. Как выжить, пожалуйста? Я пойду, ладно? Пожалуйста. Да почему ты не берешь ты ее? Блин. Ну, минус флот, че. Так, ладно, я живу пока. О, у нас там битва есть. Ну, челики, видимо, проиграют. Ну там Йода и я, в общем, я понял. Блин. Ах уж это Дарт Мол. Почему он такой мощный? Э, смотрите, у нас 28, короче. Дарт Мол еще, в смысле, 2-3. Он намного больше убил. 28-6, но мы все равно проиграли. Мэх. Ладно, неважно. Второй раз мы уже проигрываем на полюс масс. Что за дела вообще? Можно мне сразу флот создать, пожалуйста? Не, нельзя. И куда ты пошел? Флот за 2000. Потрясающе просто. Не, пойдем мы сюда, наверное. Селект, и мы пойдем вот сюда. Хотя какая разница, типа? Да? Пойдем. А, ну он потом просто еще раз. Да, точно. А так мы могли, типа... Ладно, неважно. Но все равно сейчас выиграем, просто это лишняя трата времени. Чертов полис масса. Что мне делать с этим молом? Я не знаю. А вот серьезно, не знаю. Ну все, изи.
достаточно. Только щитом подбомбить. А бомбардировщики будут что-то делать сегодня? Не, это слишком, ребят. Отстань. Нормально. Блин, вот они уходят зачем-то. Хорошо, я успел его убить. Да блин. А, у нас Precision Pistol теперь есть. Замечательно. Че он там базарит? Он вообще ничего не делает. That's the way it's done. Сам сидит там все равно, типа, такой... Я молодец, я просто ни хера не делаю, я умница. Ага, ща. Пойдем. Кто пришел сюда зачем? Так, окей, сюда тогда. Это не наш челик, я уже понял. Все, пойдем. Да ну. Да ну хочешь? Вы слишком... легки. Бам. Я так понимаю, это что-то типа бластер, снайперская винтовка, во. Какой же бластер на самом деле у Джанго Фетта? Я хочу умереть. Это было неожиданное заявление. Мы выиграли. Как неожиданно. Неожиданно, конечно, учитывая то, что происходило в последнее время на поле с масса. Мы сейчас возьмем сначала Мустафар тогда. Или не возьмем, потому что сейчас еще одна будет битва, блин. Сейф. Ну давай, куда? Естественно, кто бы мог подумать. Space Battle. Опять. Что ты будешь делать? Ну, скип, чё. Окей, let's go.
Хорошо. Вниз давай. Два дебила просто. Ну все, у нас ничего нет. Как мы теперь жить будем? А, поехали, заберем у них. Нет. Фух. Ладно, живем. Сейчас я подлечусь, все, ладно, поехали, этого хватит. Эх. Блин. Хорошо, его убили. Пойдет. Старый добрый бомбардировщик. Кайф. Бум. Давай. Да черт возьми. Пойдем-ка мы, наверное, лучше вот эту вот хрень уничтожим. А, хорошо. Воу, мы проходим сквозь корабль, е, кайф, просто реалистично. У нас просто на самом деле какое-то устройство, которое нам позволяет ходить сквозь. Воу, прям торпеды за мной полетели. Ну да, но я успел. Конфедерация сосать. Да? Да ну. Ты серьезно? Ты не хочешь туда? Дайте мне выжить, слушайте. Блин. Там мы все равно выиграли. Вау, какой красный экран, пожалуйста, вырубись побыстрее, фу. Ладно, глаза привыкли уже за это время. Я вот что, нападаю на Мустафар тогда. Сначала. Поехали. А кто у Конфедерации герой, интересно? Дарт Мол, точно я вспомнил. Черт, ну вообще выжить? Блин, эти дредеки прям... Ну, ребят, вот он.
Да, блин, я пытался уйти меня. Оби-Ван даже от него убегает. Ну ты молодец, конечно, парень. Лучший джедай. Да, блин, ладно. Я его убил хотя бы. Блин, что ты будешь делать? Да вы красавы! Зачем вы под себя гранат кинули сейчас? Браво, просто бровессимо. Муа, просто. Лучше. Блин. Что за люди? Конечно, стрёмно называть. Ну, мать твою, опять ты. Потому что нахер иди. Блин, они сейчас просто выиграют. Не захватишь сейчас все посты, серьезно. Давайте, может, мы как-то нормально будем все вести. И все выиграем нормально. Чем мы проигрываем пока. У них опять там Дарт Мол веселится. Да на. Да может хватит? Блин. Мы проигрываем даже с гарнизоном. Что за бред? Пипец, блин. Дарт Мол, здрасте просто. Приехал, блин. Любимый наш. Иди сюда. Да иди сюда, говорю. Да, блин, там другого чела убили. Вот почему мне пишет один, но на карте трое на самом деле, или больше. На Дарт Мол, ребят. Что я с ним сделаю? Даже с гарнизоном проиграть. Что делать? Ну они обороняются, чё. Ладно, ребят, тогда, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы завоевали в этой серии только Утопау. До скорых встреч.